Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Выпускаю вот такого петушка, наверное, килограмма два весит. В общем, почти как курица. У него рыжие полоски на ногах, на лапках. Ну и глаза уже стали не зелеными, как у маленьких цыплят, а уже такими рыжеватыми. Сейчас покажу, как он выглядит снизу, как бы сокол в полете. Перья уже почти уже выпадают, вот эти перья, которые есть. Ну-ка, давай. Крылья уже крупные. Ну, в общем, размером почти как курицу. И жабо начало рыжеть. Красновато-рыжие. Глаза уже не зеленые, а такие рыжеватые. Но у других более рыжие пошли. Ну что? Давай. Куда пойдешь? Показывай. Что-то выпало у него там. Как всегда. Наверное, переживает очень сильно. Раскрыл клюв, дышит. Первый раз видит такое количество камер. Ну что, давай. Куда ты пойдешь? Дай я тебя поглажу. О, встал. Наконец-то. Встал. Жутко боится. Дрожит. Ну ничего, ничего. Привыкай к свободе. Хвост. Хвост у него, конечно, это от того, что сидел в клетке. Все время упирался в сетку. И там между собой тоже. А, грудь. Грудь заезжена, как у этого. Как у Мордерсана. Есть черные точки. Это от какой-то курицы, наверное, передалось. Скорее всего, что это сын Мордерсана. Ну, посмотрим еще, какой он вырастет. Сейчас пока не очень понятно. Все, свободен, можешь выходить. Арсений Селезнев, зверобой. Самый старший петушок. Он бил многих. Посмотрел на бабочку. Внимательно. Но видит, что далеко. Красавец, да? Грудь колесом, только клюв открыт. И немножко согнут у него гребешок, как у некоторых кур и петухов. Все, освоился. Да, на свободе надо самому корм добывать. В общем, я его выпустил из-за того, что он бил своих братьев и сестер, отгонял от кормушки очень сильно. Наверное, растет, будет очень крупный. Посмотрим. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!